Привет, друзья! Смотрите, это пункт сортировки гуманитарной помощи. Ну как гуманитарная? Приходят, спасибо большое. Приходят болгары, приходят и дают. Они дают одежду, они дают медикаменты, они дают детское питание, они дают просто муку, они дают корнеплоды, они дают, ну не знаю, все, что у них есть. Сегодня дедушка пришел, ну не знаю, 80 лет, аккуратненько уложенные свои дрехи, это одежду дает. В общем, сейчас работают все. Люди не спят, люди измотаны, приезжает большое количество беженцев, которые расселяются. В Болгарии нет отопления, поэтому людям холодно. Ну, в общем, девочки, это женщины с детьми. Вот, поэтому у кого есть возможность оказывать какую-то помощь гуманитарную, по расселению, на разных направлениях. Это я только о Болгарии сейчас говорю. На самом деле направления-то разные. Пожалуйста, делайте это, потому что силы, они истекают, а нам нужно много сил, чтобы принять людей. Держитесь.